Друзья, мир всем. У меня козы в моем хозяйстве, значит, основные дойные есть. И есть те, которые я в этом году, какие-то первогодки. В общем, у них маленькое вымя. Вот, и очень доить неудобно. Я оставил козлят под ними, под мамками. И вы знаете, очень хороший эффект получился. Козлята кормились, там, я не знаю, больше поллета, наверное, я уж недавно их отсадил. Ну, как недавно, может быть, полмесяца, может быть, месяц уже. Вот, и получились хорошие козлята. То есть, на молоке все лето, они траву ели, понятно. Вот, и прям, мне хоть не жалко, что они молоко пили, ну, там, по 15 килограммов козлик. Это очень хорошо, получается, за 6 месяцев. Вот. Ну, а этих коз, вот я сейчас уже козлят отнял от них, теперь я начал их доить. Вот. И они как раз, эти козлята, хорошо разработали вымя, доечки большие стали, удобные, то есть теперь мне вот как бы удобно. Вот поэтому, собственно, чего я хотел добиться, как раз вот эффект такой получился. Вот сейчас будем доить. Вообще козы, я говорю, вот у них такая козлинская сущность, который, видать, мешает им жить спокойно. Они пакостная скотина, весьма пакостная. Вот. Но для них нужно делать, так скажем, ну, железный коридор такой, да, чтобы вот они никуда не вылезли, у тебя ничего не натворили, и в принципе можно держать коз нормально. Вот. Если будет все абы как, там где-то что-то плохо сделал, низкое, либо слабенькое, что они сломали, выскочили, либо перепрыгнули, они обязательно будут пакостить, приносить какие-то неприятности, что-то творить. Вот, просто, так скажем, такие, знаете, разрушители. Вот. Но это при том условии, я говорю, если вот не делать таких жестких коридоров. Если вот все делаешь жестко, все следишь за ними, то как бы, ну, в принципе, они нормально себя ведут. То есть ты не даешь им возможности выйти вот из себя, так скажем. Все, сейчас пойдем их подоить. Подоим, и вот эту вот маленькую я подкармливаю. Эй, куда пошла? Стой. От этих коз я молоко использую. Вот маленькую розочку даю, и мы еще телят подкармливаем. У нас два теленка. Ну, с дробленкой. Там, каждому, там, например, по литру там вот, делаем. Размешиваем. Вот. Вообще это нормальное молоко, но просто я буду его потом использовать уже в нормальный подойник доить. Я эти коз туда на станок не вожу, ну, чтобы долго, тем более пока я в техническое ведро даю. Вот, здесь подаю их и все. Так что за козами надо смотреть, чтобы они ничего не это, как говорится, потому что если дать им свободу, ну это же скотина, так понятно, тем более козы, это даже не бараны. Ну все, подоили. Так, это я их привязываю, конечно же, чтобы они не убегали, потому что они не хотели побегать. Ну ладно, вот это волочко. Сейчас мы пойдем попоим. Так, иди сюда, розочка. Иди сюда. Полным ртом прям. С пенкой. Парное молочко. Это тоже мы оставили козочку себе одну. У нас в этом году козлят много было. Кушай давай.
потом в камеру посмотрит. Какие у нее усы получились. Смотри. Оп. Ну все. Всем пока. До новых встреч в новом видео. Все, сейчас работать буду. Я тут дальше продолжаю заборчик делать. Жарко, что на солнце. Мама дорогая. Это кто мне так сделал? Это коза, что ли, там ковырялась? Вот разрушители-то, а. Это же мой топ-тейл, курточка такая хорошая. Все, все испортит. Ужас. Вот тварь, а. Вот главное только говорил, чтобы следить за ними. Короче, так никаких властей не напасешься. Придется новую куртку покупать. Ну ладно. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.